Жень, поздравляем всем, что ты теперь игрок крыльев. Леша Померко сказал, что за 4 часа до окончания трансферного окна узнал, что есть вообще интересы Самары. У тебя, насколько я понимаю, еще меньше времени было подумать. Ну, спасибо за поздравления. Да, на самом деле у меня оказалось еще меньше времени на размышления. То есть мне позвонили, сказали, что есть интерес со стороны Самары где-то за час до закрытия трансферного окна. То есть я уже собирался там отдыхать. Вот. Мне позвонили, сказали, что такой вариант есть. Многие люди, когда они спать собираются, вообще на звонки не очень хорошо реагируют. А какая твоя была первая реакция? Насколько быстро понял, что это вообще не шутка? И решение же надо было сразу принимать. Что было за, что было против? Ну, обычно тот человек, с кем я разговаривал, он редко шутит. Вот. Ну, сразу осознал всю серьезность разговора. Вот. Ну... Я до этого как бы хотел искать вариант с арендой, то есть единственное, что притормозило в моей поиске, то, что я получил травму в начале августа. Вот. И тут конец закрытия трансферного окна получился такой хороший вариант. Ну, быстренько все взвесили, как раз с женой там, семейный совет собрали, решили, что да, это хороший вариант для продолжения карьеры. А семью привезешь в Самару? Ну, сейчас ждем рождения ребенка, то есть вот, не знаю, со дня на день уже ждем дочку, вот, а потом весной, да, то есть у нас такой семейный принцип, что всегда везде вместе. Как бы оценил свое физическое состояние, если нужно уже в эти выходные сыграть, ты готов? Ну, только после общения с доктором команды, то есть как он заключение даст, потому что у меня была травма, повторюсь. Определенное время не тренировался, вот, и может быть понадобится там неделя на реабилитацию. В команде кого-нибудь знал из ребят, может быть, с кем-то раньше играл? Ну да, как вообще с Лешей Померко, мы лучшие друзья, то есть мы вместе воспитывались в футбольной школе для молодежи «Торпедо», а вот жили в одном номере и с тех пор вот общаемся, то есть мы постоянно на связи. Вот с ним, ну, как повторюсь, лучшие друзья. А так еще с Димой Яченко, он в Тереке был в том году, с ним хорошо общаюсь. С Аланом Чочем мы ездили. И тоже в ШМ «Торпедо» были вместе, и на Универсиаду вместе ездили. Вот с Эмином Махмудовым, с Артемом Делькиным, то есть так, все ребята, кто около моего возраста, в принципе, с ними знаком. Вот хорошие отношения. Получается, что Померко твой номер телефона-то дал, да, если лучшие друзья? Но нет, я думаю, нет, потому что, когда я узнал о варианте с крыльями, я, ну, вот, там, в разговоре уже, когда все решилось, что я перехожу в аренду в крылья, вот, мне один из руководителей команды сказал, что еще подписали Лешу Померко. Я ему сразу позвонил, вот, спросил, там, на самом деле ты переходишь в крылья? Он говорит, да. Вот, я ему говорю, не поверишь, я тоже. То есть он еще не знал того, что я тоже перехожу в крылья. Номер себе уже выбрал? Ну, у меня небольшой был выбор, так скажем. Потому что, опять же, все в цейтноте было. Там за меня, можно сказать, выбрали номер. Ну, тот же, который у меня был в Тереке.